Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас на повестке дня посадка перца. Вот мы с утра подготовили грядку такую для перца, уложили ее картоном. Картон мы очень активно используем в качестве мульчи, не только на перце, но и на многих других культурах. Вот выкопали такие ямочки. Ямочки выкопали на глубину горшочка. Ямочки все проливаются водой. Перец тоже также при перевалке смачивается водой. После чего ямочки засыпаются, посаженный перец засыпается той землей, которая выкопана из лунок. Следующий полив перца осуществляем уже только спустя неделю. Вот сейчас мы его будем туда сажать. Вот мы и завершили посадку болгарского перца. Может, наш метод посадки покажется вам трудоемким, но в течение сезона он создает много преимуществ. Во-первых, в разы сокращается полив, что предотвращает вымывание из почвы полезных веществ. Картон препятствует перегреву почвы, что способствует нормальному развитию корневой системы и условий для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, дающих питание растениям. Прополка и рыхление вообще не требуются. Преимуществ много. Решать вам. Мы уже много лет пользуемся этим методом и всегда с хорошим урожаем. Кому понравилось видео, подписываемся, ставим лайки, комментируем. До новых встреч на нашем канале.